Центр Самары должен преобразиться к чемпионату мира по футболу 2018. Здания, имеющие историческую ценность, будут реставрировать. Пока, по поручению областного Минкульта, который курирует эту работу, город подготовил проектную документацию на 6 зданий. Их фасады и крыши начнут ремонтировать уже в этом году. Всего на территории города 470 объектов культурного наследия, в том числе 53 федерального значения, 417 регионального, а также 427 вновь выявленных. Большинство из них – жилые дома, где кроме муниципалитета, региональных и федеральных ведомств есть и другие собственники. Глава городской администрации Олег Фурсов поручил своим подчиненным договориться с собственниками зданий о софинансировании реставрации фасадов домов. На данный момент Департамент культуры и Департамент строительства получили технические задания по проектированию, паспорта на все объекты. В процессе подготовки в областном правительстве находится гостевой маршрут к чемпионату мира. Именно на этих улицах будут сосредоточены основные работы по восстановлению фасадов. Мэр Самары поручил, не дожидаясь этого документа, начать работу по реставрации памятников, которые точно войдут в перечень. Это касается, например, зданий на улице Куйбышева, Фрунзе, Венцика. Я думаю, нужно двигаться от малого, с тем, чтобы хотя бы временной фактор как-то здесь обыграть, да? Вот. Устанавливать собственников или со-собственников, значит, договариваться о доле софинансирования при необходимости. Людмила Николаевна справедливо заметила, что возможности здесь ограничены, но тем не менее не существует. Вот. И начинать, наверное, плановую работу.